Всем огромный привет, особенно молодежи. У меня для вас мега важная новость. Совсем скоро будет проходить отличная, актуальная, важная молодежная конференция «Большая перемена». Туда съедутся многие-многие молодые люди с разных уголков нашей страны, особенно из Москвы. Ты сможешь пообщаться, найти новых друзей, просто подружиться со своими сверстниками. Более того, они, подобно тебе, задаются вопросами: кто я, где мне жить, где учиться, где работать, с кем создавать семью, и со многими другими вопросами, которые есть также в твоем сердце. Там, на большой перемене, будут они обсуждаться. Актуально, библейски, практично. На самые сокровенные вопросы твоего сердца ты сможешь найти там ответы. Ну и потому что это соберется христианская молодежь, то мы будем поклоняться вместе Богу, молиться, и само название «Большая перемена» говорит о том, что, возможно, Бог обновит твое сердце, исцелит твою душу и сделает большой переворот в твоей жизни. Поэтому приезжай. Мы ждем тебя на «Большой перемене». Все, отлично.